Друзья мои, посмотрите. Вот я иду по направлению уже к Выхину. На переход. Как вам кажется, здесь что вообще произошло? И что здесь вообще происходит? То есть я вижу, что эта сторона, она абсолютно никак не... Я даже не знаю, как это сказать, слово благоустроено здесь не подходит, так как это все-таки природная территория. Но, скажем так, вот этот какой-то странный ландшафт, я бы так сказал. То есть абсолютно странный ландшафт, да, то есть это не лес, это какие-то дикие кустарники в совершенно необразимом количестве. Особенно их много вот туда вот, если пройти, там их просто нереально много. По идее, это все должно выглядеть вот так вот, то есть как лес, как я понимаю, да. Если это ОПТ, особо охраняемая природная территория, то это должен быть какой-то лес. Но вот это назвать лесом как-то язык не поворачивается. А вы что думаете по этому поводу? На мой взгляд, это просто какое-то дикое поле, вот, которое могло бы принести гораздо больше пользы всем нам, если бы оно было бы нормально озеленено. То есть, если здесь было бы посажено достаточно большое количество деревьев, это принесло бы огромную пользу всем, да? То есть, кому нужен этот бурьян? Но это мое мнение. Возможно, это вижу только я. Я не знаю, может, вы думаете как-то иначе. Может, вам бурьян больше нравится. Это дело ваше. Я считаю, что здесь должно быть что-то... Здесь должен быть лес.